Еще надо нажать было. Во, тут тоже надо было нажать. Все, кажись, настроил. Должно теперь идти. Всем привет, всем привет, всем привет. Надеюсь, оно все-таки пошло уже. Вот, да, надеюсь, пошло. Раз пошла реклама, значит, пошло и это на ноутбуке. О, реклама, да. Всем реклама вам чуть-чуть. Вот, значит, сегодня у нас такой замечательный стрим. Как и положено, как вы все дружно проголосовали. Кстати, вам тоже всем привет. Так, кого я вижу? Вадим, еще один человек, привет. Вадим, привет еще раз. Вадим, привет еще раз. Мегавольтов, Т-Электрика, привет. Роман Исаев, привет, 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 всем привет. Вот, наконец-то получилось запустить. Оказывается, кроме запуска самой программы, через которую я запускаю стрим, параллельно надо еще запустить на самом YouTube нажать кнопку. То есть этого у них мало. Так, позже тоже сделаю обзор на CarProc. Ага, будет интересно, я думаю, тоже. Два разных человека, каждый высказывает свою точку зрения. Я думаю, в общем-то, это будет довольно интересно. Так, ну что ж, пожалуй, наверное, приступим. CarProc у меня вот такая зверюшка, которая годами уже себя положительно проявляла. Видите, какая чумазая вообще. Вот, отработал не один год. Вот, сегодня будем его обзирать. Ну, то есть, говоря по-русски, делать на него обзор. Вот, вы вот там вот не забывайте, пожалуйста, только писать, задавать свои вопросы разные, которые у вас возникают в момент обзора. Вот, ну, а я параллельно буду про него рассказывать. Заодно, может быть, какие-то будем еще темы поднимать. Приветствую, Александр, тоже. Вот, значит, что сделаем? В первую очередь мы его воткнем в USB нашего компьютера. Та-дам! О! Он уже здесь. И, пожалуй, так. Так. Авто. Где он у меня? О! Вот он у меня где. Вот сам CarProc. Так, все правильно. Надо переключиться на рабочий стол, чтобы вы видели, что там происходит. Привет, Виктор, тоже. Вот, значит, наш CarProc. Вот наше чудо. Значит, что я расскажу сразу про свой... привет, Сергей, тоже. Что я... Ой, Алена, привет, привет. Значит, что я расскажу про свой CarProc? Так, реально вообще с Китая нормально купить? Да, ну вот, видите, с Китая и даже работает. Кабель у меня немножко USB-шный подмученный. Родного, к сожалению, сейчас нету кабелюги. Вот, Вадим тоже приветствую. Значит, что я могу рассказать про то? По этой ссылке, которая, в общем-то, внизу под видосами у нас, он и приобретался. По работе с ним проблем до сих пор. Привет, Саня тоже. Вот, по работе с ним проблем пока никаких не было замечено. Скажу сразу, использую версию 8.21, как вы, вероятно, видите. Вот мышкой здесь, да. Почему мне эта версия нравится? Версия, которая новее, в общем-то, значит, версия, которая моложе, в смысле, на более новая, там, 9-10 версия, у нее стоит счетчик, и меня, откровенно говоря, иногда просто лениво его обновлять. По этой причине, в общем-то, выбрал версию 8.21. Версия, которая чуть хуже, там вот эта 9-я, точнее, еще, кстати, молодая версия есть одна. Она, в общем-то, ну, меня не зацепила абсолютно по надежности своей, да, по всему прочему, да, по отзывам. Версия 7-я более-менее нормальная, но, опять же, там не все так красиво и не все так, в общем-то, продумано. Тут в этой побольше. Сейчас поотвечаю на ваши вопросы немножко, а потом, пожалуй, так, приборку. Volkswagen Golf 3 пробег можно сбросить. Перевалил за 600 тысяч. Не показывает пробег вообще. Да хрен его знает. Я честно скажу, думаю, можно. Сейчас посмотрим, залезем в дашборды. Если там они заявлены, то думаю, можно. Я пробегами, я говорю, что в принципе не занимаюсь. Если вам интересно, конечно, какая-то машинка придет, я могу исключительно в целях для видоса, для канала, для своего мотануть пробег, ну, туда-назад,
потом обратно верну, конечно, по причине того, чтобы, в общем-то, ну, только ради того, чтобы показать, в общем-то, зрителям. Вот такая вот штукенция, которую хотел сказать. Так, тоже заказал и лежит теперь. Расскажи, для репрога он нужен, а до этого всего дойдем. Значит, расскажу сначала первый раз, когда я его вообще приобрел, ради чего. Пришла машинка Opel, значит, какая, я уже, наверное, сейчас даже не вспомню. Машинки не было пинов, надо было провести замену блока управления двигателя. Это было лет, наверное, около 9-10 назад, точно не скажу. Примерно в те годы надо было заменить блок управления двигателя, а бэушные блоки управления она, понятное дело, не хотела привязывать. И, в общем-то, пришлось покупать. Вот. Этот прибор только ради того, чтобы обнулить блок управления двигателя. Как я уже говорил, тут народ у меня иногда спрашивает, есть один довольно любознательный подписчик, который, откровенно говоря, вчера немножко мозги даже мне повыносил, вот, пытаясь пробиться на халяву. Сегодня просто расскажу всем эту тему. Ну, не про этого подписчика, который хотел на халяву много информации получить, а расскажу всем бесплатно ту информацию, которую он хотел получить на халяву. Итак, значит, что он хотел узнать? Как привязать блок управления двигателя от Opel? В общем-то, это у меня уже обсуждалось не единожды на канале. Это было уже во многих видосах, но человеку, вероятно, было, извините за выражение, просто впадло посмотреть видосы, хотел вот выложу на тарелочке, говоря по-русски. Что надо для того, чтобы привязать новый блок опелевский? Понятное дело, надо дернуть пин, карпас, он же в народе известен. Кроме этого, необходимо старый блок управления, точнее не старый, который стоял на машине, а который надо привязать, необходимо просто обнулить, сделать из него Virgin. Привет, Артем, кстати, тоже. Необходимо сделать из него чистый блок, который будет привязан. И вот как раз Carprock, ну не только Carprock, но в общем-то Carprock как из более бюджетных вариантов программаторов, который мог это все сделать. Так, Артем, вопросы будем не тематические, не по Carprock задавать, наверное, после видео, да? Посмотрите, у меня, в общем-то, есть обзоры по 626 этой Mazda GF. Либо там все зависит от того, какой блок управления. Если программно не делается, то мы делаем эмуляторы. Мы сами делаем эмуляторы под Mazda. Если интересно, сделаю по ним потом дополнительный обзор. Но это будет отдельное видео, отдельная тема. Вот так вот, Артем. Пока задаем, давайте вопросы исключительно по Carprock. Итак, давайте сделаем, значит, наш классический обзор по Carprock. Вы задавайте вот там вот вопросики свои. И пока я вам также хотел сказать о том, что у меня, в общем-то, есть видео тоже на канале, как менять версию прошивки в Carprock, как его обнулять, как его оживлять и все прочее. В общем-то, это видео можно найти у нас на канале. Вот, и там также есть ссылка на тот программатор, которым это все делается. Значит, к чему мы приступим? Единственное, что нельзя делать с китайским Carprock, ни в коем случае, привет, Павел, значит, а почему вопросительный знак? Ну, привет, да, ну, если ты спрашиваешь, конечно. Вот, ни в коем случае не нажимать вот эти кнопочки. Обновлять нельзя его, потому что он полезет, понятное дело, на официальный сайт и сдохнет. Ну, то есть, говоря по-русски, умрет, перестанет выполнять свои функции необходимые. Ну что ж, начнем, наверное, ради чего я его в свое время покупал. Вот, опелек тут можно делать по Кану и по Калайну. Вот какие у нас блочки есть. Зайдем, наверное, в какой-нибудь, да? Зайдем. Вагов еще не было тогда. Были исключительно опеля. Требуется ли доработка Carprock? Если вы покупаете версию Victor, которая вам необходима, то дорабатывать не надо. Единственное, что я скажу сразу. Если покупаете у непроверенного продавца, может быть, придется перебрать там одну плату, потому что она часто приходит кривая, и также желательно будет поменять там
четыре микросхемки стоят, или три, по-моему, четыре, которые выполняют функцию порта. Ну, то есть, грубо говоря, на передачу данных отвечают. Вот их тоже надо будет поменять, потому что китайцы их обычно ставят, ну, голименькие. Привет, автодруг, наверное. Ну ладно. Вот. Итак, давайте зайдем в какой-нибудь блочок. Так, скажи пару слов про возможности CarProc относительно FVDI. Да, это, в общем-то, два абсолютно разных сканера. У каждого есть свои плюсы, у каждого есть свои минусы. Они ни в коем случае не заменяют друг друга. Это просто как дополнение. Как я уже говорил не единожды и буду множество раз повторять, ни в коем случае один сканер не заменит другой. Это просто дополнение. То есть один сканер у вас получается, ну, какие-то одни делать, даже если один делает, там, не сканер, программатор, без разницы, что мы имеем в виду. Даже если он будет отличаться на какой-то один-два блока, он уже стоит того, потому что мало того, что в нем может быть что-то заявлено в обоих одинаково, один может это не сделать, второй всегда должен быть на подхвате. Как я уже говорил много раз и буду всегда повторять, много программаторов, много сканеров не бывает. Они всегда один добавляет другой. Но какой покупать лучше, я не могу на это сказать. Надо покупать больше, надо все покупать. Потому что даже если один с чем-то не справляется, второй ему поможет. Хотя у них есть какие-то и пересечения. Вот, это про CarProc и FVDI, если их сравнивать. Значит, что тут происходит? Ну, обзор CarProc, что происходит? Там же по названию видно, что здесь. Так, Роман, беда, не все блоки апелевские есть. Столкнулся с Миривой разок. Да, само собой. Поэтому я и говорю, что универсального программатора не существует. Что-то делает один лучше, что-то делает другой лучше. Вот, правильно, бывает мало денег. Ну, если будет много сканеров, мало денег быть в принципе не может. Ну, понятное дело, надо быть и мастером нормальным, чтобы люди ехали. Но это уже как дополнение идет. Так, столкнулся с белком, сдох. И после в сервисе привязали, и все. Ну, наверное, не знаю. Смотря какой брелок, смотря какая машина, тут нюансов целая куча. А вот, давайте найдем. Да, кстати, замечал несколько раз такую интересную тему. Значит, Simtek 71 был, .5, и Simtek 71.6. И вот бывают такие ситуации, даже 75 у меня несколько раз было заявлено как 75, на нем даже написано, он заходит как 71. И было несколько раз наоборот, то есть заходил как тот вместо этого. Это на самом деле были такие ситуации, поэтому, в общем-то, смотрите все аккуратно. Давайте в какой-нибудь зайдем, а то говорю, ничего не показываю, даже не интересно. Что у нас здесь представляет из себя этот программатор, в общем-то, внутри? По апелям сначала пройдем, в общем-то, ради чего я покупал его в свое время. Вот, смотрите, что у нас есть. Basic функции – это основные функции. Прочитать EEPROM, записать EEPROM. Reset ECU – это произвести, в общем-то, сброс. То, что я говорю, произвести сброс именно блока управления самого. То есть сделать его нолики. Когда мы нажимаем «Прочитать EEPROM», блок, к сожалению, сейчас нету, я вам не смогу показать это. У нас она напишет, какой пин-код в машине. Ну, да, по данному блоку, в который я зашел. В некоторых этого, конечно, нету ни пробегов, ни моточасов. Но здесь у нас вот часы и пробеги есть. Так, соответственно, прочитаем, какой пин-код, прочитаем, какой ВИН, пробег и моточасы. Можем поменять моточасы, можем поменять пробег. Можем сбросить блок управления двигателя. Иногда не со всеми проходит нормальный сброс. И надо, ну, на пролом резать, сброс блока управления на пролом, если он не проходит по нормальному, как обычно. Ну, понятное дело, поменять ВИН. Что необходимо для привязки блока управления? Привет, Юра. Значит, сейчас отвечу на вопрос, договорю эту тему. Значит, что надо при привязке? Вот если у вас пришел два, есть старый блок управления, который читается, но там какие-то проблемы, лень ремонтировать или какие-то нюансы, и новый. Новый мы обнуляем,
делаем его сброс up. Тут появляется вместо пина, вина, пробега, везде вопросики. После этого записываем, вообще правильно записать новый вин номер. Но это делать так, 50 на 50, там можно все сделать обкомом. Ну и понятное дело, когда у нас есть живой карпас, мы хлобысь, просто обкомом все это дело дружим. Сделаю, если интересно, также вам обзор по обкому, покажу, как это делать все там. Но что-то мы немножко застреваем, продолжаем дальше. Здесь дам память, понятное дело, будет, по которому можно лазить и все смотреть, что конкретно он в циферках будет. Так, надо определиться, с какими машинами будет работать и под них собирать оборудование. Все. Да, само собой, да, Андрей тоже, привет. Собирать в первую очередь необходимо начинать под те машины, которые приходят чаще всего, а под остальное уже по ситуации докупать, чтобы не было вваленных денег под то, под что, в общем-то, ну, в общем-то, нафиг и не надо. Каких машин никогда и не бывает. Так, нормально прокатывает при обращении к инфо и мануалу, необычно и не... Нет, просто нет, у меня ни разу он в интернет не просился, тьфу-тьфу-тьфу. Да, само собой, автофронт, говорю про китайский обком. В общем-то, а про какой еще могу говорить? Про китайский, понятное дело, как им привязать уже после, значит, этого чудного прибора. Ну и по вагам, понятное дело, тоже есть ЕДЦ-15, МЕД-9. Интересно, а что, кстати, в МЕД-9-5, что там есть? Если честно, ни разу не заглядывал. Прочитать всю инфу, компонент Protection, MAC, PIN. Ну, в общем-то, ничего мудреного. Вот, это у меня кабель тут не очень такой, поэтому он иногда будет отпадать. Значит, дальше заглянем, пожалуй, в эмуляторы. Опс, нету. Ну и ладно. Вот, значит, честно скажу, ни разу не пользовался. Что за хрень? Даже не думал. Зависла собака. Не, не зависла, показалось. В общем, в эмуляторах делать мне нечего, потому что я там никогда ими не пользовался. МЦУ, понятное дело, можно использовать его как программатор. Что можно использовать как программатор? Финики у нас видит. Ну, тут немного не так, как в этом самом было. О, Господи. Не так много... как в Оранже, которого обзор мы делали в прошлый раз. Томпсоны, понятное дело, вот СТ-10, СТ-7 иногда нужны. Этими не пользовался. Ну и, понятное дело, по моторолкам он читает. Хуже, чем Оранж, это понятное дело, но тут ничего не попишешь. По епромкам, скажу сразу, у некоторых... А что такое эмуляторы, я не пользовался ни разу. Я сегодня даже скажу откровенно, привет, Вилла Леонардо. А вот по эмуляторам я вообще первый раз открыл сегодня, честно скажу. Я даже не запускал никогда до сегодня. Вот, прищепки А4 А5 можно использовать вместо А4 переходника, который в комплекте идет. Честно скажу, по прищепкам. От прищепок я отказался довольно давно. Когда я от них отказался, когда... В общем-то, в старое доброе время увалил от Атеги приборную мозги. Как это произошло, как раз на одном чате эта тема на днях поднималась, я вам расскажу. Значит, что у нас происходило? Подрубился через прищепку к блоку управления, ну, на епромку одел сверху. Прочиталось почти хорошо, почти до конца, причем во время самого даже процесса чтения. Во время процесса чтения, так, ладно, пока я говорю, я на себя переключусь, наверное, да, чтобы меня видеть. Потом мы сейчас туда вернемся. Значит, пока происходил процесс чтения, мозги сдохли, перестали выходить на связь. Значит, что там произошло? Что там произошло? Ну, на самом деле, понятное дело, что через... сам программатор через эту прищепку на саму епромку подается питание. Понятное дело, питание подается не только на нее, а также питание подается и на остальные все элементы, которые с ней по кругу завязаны. Понятное дело, пошло где-то или самовозбуждение, или что-то еще. Не буду вдаваться в подробности, но тогда выпалило проца. В общем-то, вот такая веселая история произошла. После этого к прищепкам я отношусь... крайне предвзятые прищепки вообще не использую.
Потому что. Потому времени на эту Атегу Акрос мозги стоили нормальных денег, не то что сейчас относительно недорого, хотя и сейчас тоже недешево. Но вот тогда, увалив один раз мозги, я понял, что нет уж, извините, я больше так не буду. И поэтому паяльник в зубы, как говорится, и вперед. Значит, по епромкам расскажу сразу. Значит, 24-ю серию некоторые партии валил, не читал Карпрок, потом китайцы исправили и начало читать нормально. Да, кстати, очень хороший прибор, это мы до туда еще дойдем, планирует французов. До туда мы еще дойдем. Так, по трансподерам скажу тоже, ни разу не использовал вот эти закладки. Ну вот просто ни разу. Ну давайте заглянем уже вместе. Что такое BSI, Саня? Ну, я скажу, BSI это что-то вроде комфорт-модуля. В ногах стоит предохранитель, вот, который в ногах. Чаще всего BSI используется именно этот блок. Это комфорт-модуль, грубо говоря, раздает питание по салону, отвечает за все элементы, скажем так. То есть в нем и центральный замок, часто и мобилайзеры во французах стоят тоже в BSI-блоке. Также пробег, также там числится, может дублироваться. Также BSI это центральный замок, также BSI это, ну, грубо говоря, в общем, коммутационный блок, который отвечает за управление всеми блоками, которые стоят, в общем-то, именно всеми внутри салона, которые. BSM это за моторный отсек, а этот самый BSI за салон отвечает. Ну, это совсем по-простому перевести и сказать. Так, да, все на ошибках учимся, так и есть. Ну, правда, есть еще пословица, что дураки на ошибках учатся, да, умные на ошибках дураков. Ну, по-другому не сделаешь. Как говорится, не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает. У того никаких ошибок нет. Кстати, давайте в трансподер заглянем. Мне самому, если честно, интересно, тоже ни разу не запускал. Прикольно. Это вот по вольвочкам я заглянул в трансподер. Давайте вместе посмотрим. Их, а, ну это насовывать, наверное, читалку надо, кольцо. Честно скажу, ни разу не пользовался, поэтому умного ничего не скажу, что она может. Так, да, Ярослав, все верно. Так, ну, короче, а ну давайте еще сюда заглянем. Вот давайте еще NEC запустим потом. После Вакея, что тут есть. Да, в принципе, мудреного особо ничего нет. РБ4, РБ8 не пробовал ни разу, говорить не буду им. Ну, потому что, если честно, не вижу смысла. Есть чем еще их шить, есть чем еще писать. Вот. Ну, внешне покажу сейчас, что это такое, а пойдем с вами дальше. Вот, закрываем, значит, транспондеры. Има. Има, има, има. А я, по-моему, даже има ни разу им не отрубал. И не привязывал. А ну-ка, интересно, РБ8. Неужели? Не, наверное, просто привязка будет. Ну да, прочитать ошибки, прочитать има, записать, добавить ключ. Честно скажу, ни разу не пользовался, не скажу. Ну вот, вроде из РБ4, РБ8, судя по заявленному, может пины драть. Ну, то есть, это не имаофы, судя по всему, а все-таки привязка ключа. А вот BMW им вязали. Это было. Вот. Давно это все было. А ну-ка, дальше. Так, дальше, по-моему, там ошибка. А нет, все нормально, пускает. То есть, можно файлик, если открыть. Ну, соответственно, увидим юзеты, заблокированные, отблокированные, ну и так далее. Пробег, который в ключах. В общем-то, все здесь это есть. Да, под BMW мы им писали. И, по-моему, под Мерсы я им еще что-то когда-то делал давно. Но это уже даже не помню, что там было. Но да. C-класса, старые ключики все наши. И, по сути, в общем-то, то же самое. Файл, записать и так далее и тому подобное. Вот, это по иммобилайзерам. Значит, что у нас дальше? По фурам, ну, грузовые машины, индастриал. Камацу, так далее, и же с ними. Ну, давайте заглянем в фаун какой-нибудь, ВДО. Лаунчинг. Пытается прилаунчиться. О, прилаунчилось. Смотрим, что у нас есть. А, это пробеги, судя по всему, мотать. Да,
Это моточасы, пробеги. Да, моточасы здесь заявлены. И написано, в какой микросхемке дергать. Ну и, понятное дело, можно и промку сразу. Ну, прикольная хрень, честно сказать. Не заглядывал, потому что, в общем-то, мотать не надо было. Давайте и Митсубиси тогда уже заглянем, раз уже крутимся здесь. Рено Меган второй. А сейчас заглянем. Давайте, вот вы как раз спрашиваете, когда какие-то вопросы возникают. Я ей просто не пользовался. Тоже моточасы, вот одометр, пробег и так далее. Не делал. Давайте сейчас ключики вернемся, посмотрим, что там у нас по Мегану второму есть. Так, это иммобилайзеры. Рено. Ну вот какие. Меган, да, второй есть, даже с каном есть заявлено. Можно через диак. Диак это через ОБД разъем делать. Ну и, соответственно, обычно это директ, это по прямому. Ну, давайте через ОБД заглянем, что она умеет. Так, пины. О, да. Добавлять ключ, карту можно. Прикольно. Не пользовался ни разу. Надо будет как-нибудь попробовать. Причем по ОБД, судя по тому, что там написано. Прикольно, нет слов. А ну-ка, давайте посмотрим, что она без ОБД умеет делать. Ну, по сути, то же самое и по дампу можно делать. И по дампу. А, тут, кстати, такая есть закладочка классная. Инфо написано. А, нет, она, по-моему, я не уверен, что вообще имауфы делает. А, закладка, это мы переходим на официальный сайт тогда. Прикольно они используют. И к официалам отправляют, если что. Говорит, типа, идите посмотрите. Ну, давайте Lexus еще посмотрим, как просили. Ну, какого... Нет, только привязка. Прочитать ключ и, соответственно, прописать нового. Имауфа она не делает здесь. Так что, увы, имауфа она не умеет. Так что вот. Ну, давайте посмотрим, что у нас по моцикам есть. Мотороллеры, BMW. Интересно, моя есть? Не, моей, наверное, нету. Моего гусака. Ну, давайте в BMW заглянем, что ли. Посмотрим, что она здесь умеет делать. И честно тоже, с мотами еще ни разу ее не придруживал. Та-дам! А, пробеги. Фи. Неприкольно. Километры, мили можно мотать. Неинтересно. Я уже обрадовался, думал, что-то интересное будет. А это пробеги. Давайте еще в Сузуку заглянем, что ли. О, GSX, например. Тут их дофига. О, давайте я открою, посмотрим, что по мотам есть. Может, кому-то надо. BMW уже заходили. Харлики. Honda. Вон разных моделей тоже целый мешок. Судя по всему, это все-таки пробеги будут, наверное. Максимальная комплектация. Это, смотрите, ссылка под видосами, почти под всеми есть. На форуме тоже есть. Кстати, на форум заходите, регистрируйтесь на наш. В группу заходите, там тоже есть на Телеграме. Да, это чисто все, только по пробегам херячит, по мотам. Не раздосадовался. Ну, поэтому я сюда и не заходил. Как бы, ну, если пробеги кому-то интересно, смотрите, какие модельки по мотам есть. Вон Ямахи тоже целая пачка их. Ниже вон мотану. Так что, если пробеги кому-то надо, я думаю, понадобится этот прибор тоже. Вот, по Кавасакам. Хонды, Харлики, BMW. Мотороллеры. Так, что там спрашивают? Так. Клипом проще. Ну, для клипа пин-код нужен, да, Сергей? По-моему, так. В общем-то, а для того, чтобы выдрать пин-код, ну, вот эта программа как вариант. Ну, хотя, как вариант, конечно же. Вот, продолжим дальше. По приборным панелям. Это у нас по машинкалкам. По альфам. Ну, это сами понимаете, это у нас тоже моталка. Моталка-убегалка. Я давайте просто пройдусь, пооткрываю, чтобы вы видели, какие машинки есть. Буду открывать, потом. Если быстро, то потом медленно перелистаете. Вот под стромончиком выбор богатый довольно. Вот она, через диагностику. Блин, прикольно. Слушайте, я и не знал. Не пользовался. Столько машин в ней, оказывается, есть. Прикольно. Не знал. Ну, что значит не мотаю, поэтому и не знал. Я даже сюда и не заглядывал, если честно быть абсолютно. Вот вам Хондочка еще тоже. Финики. Кия. Ландровер. Ага, Лехух.
А давайте в Леху какой-нибудь заглянем. Чисто из культурности, а? Интересно, что на самом деле. Не, да понятно, что через калькулятор всегда проще получается. Как устарело, работает же еще. Я ж просил, если там старая ссылка какая-то, то показывайте мне пальцем, будем исправлять. Если ссылки где-то старые или так далее, то, в общем-то, пишите мне об этом, будем исправлять это все. Так, Тигуар, Маздайка, Мерседесы, Митсубиси. А, кстати, в курсе, что их называют Митсубиши? А Митсубиси это на самом деле по-ихнему вроде как переводится как страус. Ну, а вроде как, если верить историям у этих народов, да, где это страус мексиканцев, для кого делался этот Митсубиси в свое время, ну, это то же самое, что у нас петух назвать, ну, немножко оскорбительное. Вот. Поэтому мексиканцы эту машину называют Митсубиши. Вот, а не Митсубиси. Ну, чтобы не было оскорбления никакого. Так, ниссанчики я открывал. Апелешки. Пыжики. Порши. Ренаульты. Роверы. А ровер, кстати, это велосипед еще переводится. Прикольно, да? Сангьонги. Сиаты. Шкода. Ой, ниже мотану, наверное, чтобы видеть, что они там вроде как пропадают некоторые. Потерял уже. А вот Smart. Субарики. А, это я Судзуки открыл. Перескочил через Субарики. А вот вам и Субарики за это. Тойоты. Тоже неплохо с ними. Фольксвагены. Ну и Вольвочки остались. Да. Теперь пойдем дальше. С пробегами все понятно, надеюсь, вам было. Так, а вы много чего написали-то. Так, Саня, не все машины делают через дырку. Процентов 20-30. Нет, это понятно, я же говорю. Может быть, что-то заявлено, но это не факт, что это будет делаться. Поэтому самый лучший вариант, ну, с моей точки зрения, это все-таки выпаивать. Я всегда говорил, что выпаивать оно намного надежнее, потому что мало ли где-то скачок напряжения, кто-то под бок толкнул, еще что-то, там, не знаю, внутренний сбой машины, там, блоки заснули, проснулись не вовремя. И получается, что заваливается все остальное. Поэтому, в общем-то, я сторонник, если есть возможность, только через выпайку. Так, привет, Илья, тоже. Добрый вечер. Подскажите распиновку с основного кабеля на панельку под японки. А там же есть все это инструкция. Смотрите, я зайду сейчас тогда уже. Я так понимаю, это много кому может быть интересно, да? Заходим в японки, и у нас есть здесь такой мануалс. Открываем, и вот расписано. Там даже по цвету проводов все совпадает, вот это вот. От основного кабеля. И по цветам уже проводов смотрим, куда чего надо приделать. Ну и, соответственно, туда, в общем-то, приделываете. И получается, все становится понятно. Так. Так. Так, 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 так. Угу. Привет, Керри А3, есть и Прок 3. Не смог 15-го года выпуска. А, ИПРОГ, ну, я не знаю, я не пробовал пока ИПРОГа. Ну, Китай, да, все верно, это китайский программатор. Что же вы хотели-то от китайского программатора? Тут оригинал не всегда все делает, что заявлено. А у китайцев, понятное дело, могут быть какие-то, тем больше, не делать. И китайцу уж потом не скажешь, что ты мне продал говно, он не делает этого. Понятное дело. Ну, и официалу тем более с китайцем не припрешься. Вот такая вот картина. Так. Ну, Клим, как сказать, на оригинал тоже надо сначала заработать. Не у любого человека на оригинал есть деньги. Можно начать купить Китай, а потом постепенно дойти оригинал. Но это уже опять, скажем так, насколько это необходимо. Вот, значит, это по япромкам мы прошлись, по приборкам. Так. Давайте так. А что вы спрашивали, Шухрат? Kia Rio есть так, 15 год выпуска. Kia Rio 3. Приборку, наверное, да, надо. А сейчас посмотрим, что тут есть по Kia. Kia. Знаете, тут Rio вообще нету. Rio нету вообще Kia. Так что, Шухрат, облом.
Нету здесь его, нету здесь Рио вообще. Ну, может, через автодетект зайдет, хотя... А, вот, смотрите-ка. У Рио есть с 11-го года моделька. И даже по кабелю что-то закладка есть. Ну, я все равно, зайти заходит, а что там по факту будет, я все равно сказать не могу, по причине того, что просто не к чему прямо сейчас подключиться. То есть по кабелю вроде бы заявлено по АБД, что есть эта машина, вот Рио. Я зашел 11-го года, которые пошли, но проверить, работает или не работает, к сожалению, я сейчас ну, никак не смогу просто. То, что, в общем-то, просто нечем. А вот, что у нас по магнитолкам. Так, Nissan NV400. NV400 это у нас... туплю. Туплю, туплю. Это у нас по приборке, наверное, тоже, да? Nissan. NV400, да, заявлено есть. Зайдем, но опять же тоже. Есть-то он есть. Возьмет он или не возьмет на самом деле, я не смогу дать точный ответ, обещать что-то. Вообще он заявлен. Вообще он заявлен. Написано в 93-76 лежит, с 10-го года. Я думаю, как калькулятор, как минимум его точно можно будет использовать. То есть то, что он подрубится по АБД, это далеко не факт. А вот как калькулятор, я думаю, заходим сюда. Открываем ePromку, заходим сюда, правим то, что надо, и обратно загоняем. Вот такая вот картина. Вы тоже спрашиваете, кстати. Владимир, так, что по защите компонентов ВАГов? Может что? Заявлено, но не пробовал. Заявлено, но не пробовал. Потому что есть чем другим, чем проверенным. На эксперименты, в общем-то, если честно, желания особого не хотелось. А вот дальше что у нас по магнитолкам. Ну, давайте в Хрюндика зайдем. Выбираем, какая магнитолка, какая ePromка стоит. А, фигте. А, не, зашла. Ну, пин-код, таймер, количество запусков. Можно таймер сбросить, прочитать код. Ну, нечем читать, нет магнитолки. Так что. Вот так вот. По магнитолкам покажу, что есть, значит, по Philips тоже некоторое количество. Апилевский CR500, Форды, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И, понятное дело, Airbag, то есть подушки. В общем-то, вот какой у нас перечень машинок. Так, игрушка пригодится в любом случае. Стоит недорого, да, отобьет тебя после двух машин. Однозначно. У меня после первой машины, после этого Opel, про которую я говорил, она себя и отбила. Вот так вот. Так, как можно достать пин Skoda Octavia 2008 год, ePROM 24C32? Да, в принципе, через тот же FVDI, например, можно дернуть пина. Да, еще, в общем-то, я думаю, много чего. Этот самый OBD Star там что-то тоже заявлял, типа X300, X100. Тоже там он есть, но через X100 я, если честно, не пробовал ни разу дергать. Вот. Он вообще что-то делает, кроме калькулятора? Кто он? Ну, по АБД много чего делает, конечно же. Я же рассказывал, показывал. Так, значит, что у нас еще есть? Что у нас еще есть? Для дублирования, как говорили немножко раньше, БСИшек, это мы используем, значит, дашборд, пробег. Значит, смотрите, как это делать. Заходим, допустим, Citroёn, БСИшка нам надо, если дернуть. Ну, в кого, например, C4. Вот видите, ваша БСИ. То есть там, по сути, пробег дублируется и в БСИ, и в приборной панели. Что нам надо? Так, CarProc сейчас, сейчас. Больше, наверное, на полке лежит. Либо когда лень с собой его тянуть, либо распаковывать оранжа. Не оранжа, ФВД. Да, ФВД, когда лень распаковывать, для того, чтобы нульнуть, например, опелька какого-то, иногда достаю CarProc. То, что, во-первых, занимает меньше места, во-вторых, проще, наверное, с собой его нести, это понятное дело. Ну и. В общем, вот такая картина. Его проще распечатать. Он сейчас у меня с интернетом работает. Как видите, веду на этом же самом ноутбуке, куда он подключен, веду этот самый стрим, который у нас идет. Видите, в онлайне все.
Поэтому, в общем-то, и Carprop в данный момент времени находится тоже в интернете, в онлайне. Как видите, не ложится. Единственное, что я говорил ранее, вот эти апдейты туда не заходим, вообще забываем, что они такое есть. Вот, значит, вернемся в наши БСИшки. У меня уже были видосы, где я показывал, как это делать. Ну, зайду еще раз покажу. Выбираем, какая БСИшка у нас в данный момент надо задублировать, либо вычитать, и заходим в нее. Кстати, пины дерет на ура, жабоедиков. Вообще по-божественному, можно сказать так. Тоже очень удобно, в общем-то, иногда упрощает процедуру выдергивания пина. Нарисовано все, ну, просто пипец, как банально. Берем кабель. По кабелю у нас получается, что у него есть цветные различные провода. Нарисовано даже для, ну, вообще не специалиста, какого цвета провод, куда надо припаять. Ну, мне кажется, это банально, да? После того, как любуемся на эту картинку, можем и километры делать, и EEPROM читаем прямо отсюда и загоняем в новенький блочок. Что мы получаем? Правильно, бэкап с EEPROM, с которого можно сделать какую-то другую БСИшку. Причем заметьте, как вы заметили, наверное, это у нас было с EEPROM-ки дергалось, правильно? Давайте выберем какую-то другую БСИшку, где надо дергать не с EEPROM-а, а уже с проца. Так, по-моему, вот этот, который помоложе 5-го года, БСИшка. Давайте заглянем. Нюхайся давай. Во, снюхалась. Тут по разъемам. А, это А10 кабель. Опять не туда заглянул. Вот же засада. Блин, а кого ж я недавно делал? По-моему, в Берлинге, что ли, было? Нет. Не угадал. С2. Нет. Сейчас пройдусь. С3. Нет. Да елки-палки. С4 мы уже были. С5 были. С6. Нет. С8. Нет, не С8 точно. А, ну вот вам, пожалуйста. Вот из проца дергать тоже можно. Ну, EEPROM-ку, да, иногда проще сдуть, но не забывайте, что, Владимир, бывают такие бутерброды, так называемые. То есть одна плата стоит над другой. Вот так вот. И оттуда сдуть, ну вот, бутерброд, и с одной стороны два ряда контактов идут, и с другой стороны, вот вы представляете, да? О, кстати, точно, точно, Роман, 307-м пыжики было. Точно, это в 307-м у меня и видос был. Там с проца надо было дергать. И бывает такое, что вот такие двухсторонние, двухэтажные, скажем так, бутерброды, платы стоят. И оттуда выпаять EEPROM-ку, ну, я бы сказал, довольно неудобно. Можно сказать, некомфортно, чтобы туда вообще к ней добраться. Поэтому просто банально припаять там 5 проводов, мне кажется, ну, намного проще. Ну, вот, допустим, с проца этот вариант дергается. Ну, давайте уже тогда и пыжика открою, как говорили ранее. Пижон 307 БСИшка. Ага, точно, вот она, Валя наша. Заглянем в нее. Всегда внимательно смотрите. Бывает, внешне абсолютно кажутся одинаковые БСИшки, похожие. А вот именно картинка, вот эта, которая здесь появляется, очень сильно вам помогает. Ее иногда довольно сложно найти даже. Бывает, эту картинку, вот, чтобы к ней пристаканиться. Ну, с практикой, со временем это все набивается. Вот, видите, 4 провода намного проще, чем поднимать тот же проц и оттуда дергаться. На Алик у нас ссылка есть под видосами, под многими, на проверенных продаванов, вот, как бы, и также на форуме под многими видосами. Давайте еще задавайте вопросы всякие интересные. А по БСИшкам я уже тоже, наверное, рассказал по этим. Про доработки я уже рассказывал. Про доработки сейчас разбирать его уже не буду. Или разобрать вам его, показать. Так. Показать, разобрать или не показывать. Что-то как-то лениво показывать вам его, разбирать. Да-да-да-да-да. Привет, это я опять вернулся. По нему уже прошлись мы. Или показать, разобрать. Ладно, если сейчас пальцами откручу. Лень идти просто на самом деле.
За этими самыми, за отверткой. Нету, короче, не буду. Вот здесь вот, нет, вот так не видно. Вот здесь вот, если разобрать, стоят 4 микросхемки, которые отвечают за порт. Китайцы иногда ставят довольно бюджетный вариант. По ссылке, которые под видосами у нас там проверенные обычно приходили, косяков таких не было. Иногда бывает, что китайцы ставят не очень качественные микросхемы, которые подтормаживают безбожно. И из-за этого, в общем-то, желательно их поменять. Вот так вот. Ножом клубни. Ага, пошутил. Так, ладно, хорошо, уговорили. А, нет, не уговорили, не уговорили. Ладно, давайте покажу. Сейчас, минутку обождите, поставлю картинку. О, скоро начнем. В смысле, скоро продолжим, а не начнем. Сейчас возьму, чем открутить. Ага. А вот он снова я. Эй, плоскогубцы взял. Сейчас раскрутим эту штукенцию. Покажу вам внутри, где эти чудные стоят мелкосхемки, чтобы знали просто, о чем речь. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Вот уже почти разобрал. Так. Поджилинку я же видос уже делал, уже на канале где-то был, как обновляться с его помощью. Ай да я, ай да молодец, ай да раскрутил, ай да не с той стороны, с какой надо, да? Сейчас еще принесу ключ, надо отвертка. Интересно, подлезет, а то большую взял отвертку. О, подошла, отлично. Сегодня наш день, это я раскручиваю на самом деле. Поджилинку я уже, да, говорил, уже был обзор у нас. А вот, значит, что он из себя чудно эта дверь представляет. Вот эти три микросхемы, про которые я рассказывал вам, не 4-3, давно уже я разбирал его, иногда их лучше поменять. Ну и вот, в общем-то, у меня следы после прошивания джилинка на нем есть, скажем так. Перемычка, которая на проце, видеообзор у меня есть уже, как это делать, так что повторяться я, пожалуй, не стану, как это делать и зачем. А вот, еще раз повторюсь, вот эти три микросхемы надо поменять с китайца. Ну и вот эту чудную перемычку поставить, это если будете его уже прошивать, вам понадобится. Вот такая вот картина. Так, ладно, я его, наверное, потом соберу. А вы пока задавайте свои чудные всякие вопросики интересные. Так, или все-таки я его пока буду собирать? Да, вот пока я его собираю. А как добавлять токены? Для добавления токенов как раз и надо его прошивать. Вот после прошивочки они и добавляются. Можно сказать так. И... Не, лучше плату потом вставлю. А то он у меня, во, рассоединилась еще эта часть корпуса на две части. Такая вот чудная хренотень. Так, какой стороной он у меня был? Да, вот этой. И вставляем внутрь плату. Вот он какой чудный программаторчик. Вот. Я его почти собрал. Вы там спрашиваете. Так, уже, наверное, спрашивали. Офига себе, сколько нас спрашивали. А, так. По G-Link я сказал уже. K-Link нормально. Пока оно не видит. Вот три микросхемки эти поменяйте. Будет видеть. Это старые, кстати, не видят вообще нифига. Было такое, да. Вытянул CarProc по ABD. Пробовал запрограммировать ключ, пин не подошел. CarProc с них вообще тянет. Кого? С Renault Megane я не пробовал. Я обычно другие методы использую, как я уже говорил. По французам, по выдергиванию. Так.
Так. Токены. Про токены я уже рассказал. Я же ответил. Так, какая версия прошивки самая актуальная? Ну, вот у меня 8.21 это стоит. Мне больше всего она нравится из всего, что я перепробовал. Так, для коллекции тоже думаю взять. Плюшек много не бывает. Ну да, вот я же об этом и говорю, что много программаторов не бывает в принципе. Они вообще сами все такая вещь. Вроде есть, вроде нет, вроде где-то что-то повторяется. Это я скручиваю, просто немножко отвлекаюсь. Уж не обессудьте, люди добрые. Поэтому, как бы то ни было, программаторов много не бывает никогда. Их всегда будет мало, если на самом деле они не просто лежат на полочке, а человек работает. Хотя даже если они у человека лежат на полочке, их все равно много не бывает. Когда-нибудь, как говорится, даже незаряженное ружье стреляет. Вот, поэтому любой программатор хоть когда-то да может на подхват понадобиться. Вот что значит лень сходить за головкой, чтобы закрутить по-нормальному, да? Плоскогубцами зажимаю уже такие штукенции. О! Вот так. И эту сторону тоже. Ага, не той стороной. Вот так. Ну, здесь у нас уже крестовая отвертка. Здесь проще накрутить. А вот этот болтик еще один. Так. Да, в Телеграме, кстати, у нас группа есть. Заходите туда. Много людей интересных общается. Вот, ссылку, чтобы найти, я вам сейчас тоже покажу. Если кто-то не в курсе, где у нас, что искать, группы всякие там наши интересные, форумы, ну и так далее. Сейчас я вам все это покажу. Вот, так, закрутил свой чудный карпрок. Надеюсь, не бабахнет сейчас. Давайте его еще раз проверим. Ага. О, лампочка загорелась и даже, наверное, булькнул. Все, отлично. Да, булькнул, значит, не спалил его. Так, давайте я вам покажу, значит, по этому самому нашему, по группам, где искать все на канале. Так, не там. Заодно покажу, где что. Так, ваш канал, наш канал. Конечно, наш, чей же он еще, как не наш. Так, вот, переключаю, значит, чичич на рабочий стол. Смотрите, вот наш канал, значит. Что у нас здесь есть, я вам сейчас покажу. Главное, это понятное дело, вся полностью главная страница. Видео, список видео всех. Плейлисты раскиданы по плейлистам. Сообщество. В сообщество заглядывайте постоянно. Потому что в сообществе, во-первых, у нас происходит постоянное голосование, как видите. Выбирается тема для следующего стрима. Вот, видите, народ сам, сами подписчики, сами зрители голосуют. Могут, конечно, предлагать свои варианты. Вот, видите, снизу свой вариант, написать внизу в комментариях. И внизу в комментариях пишите, например, что бы вы хотели увидеть в стриме. Может, кто-то подцепится под это дело и, само собой, сделаем стрим на эту тему. Вот, и здесь у нас комментарии. Во! Видите даже? И лайка, пожалуйста, даже Александру. О, так, порядок. Да чуть не будем. Так, вот, что у нас еще? Что у нас еще? Понятное дело, видите, пишу, во сколько будет стрим, во сколько что еще и так далее. Ну, надеюсь, здесь все понятно. По каналам о канале это уже дополнительно. Итак, вот наши главные ссылки, которые должны знать и видеть все, которые, я думаю, многим будут интересны. Вот наш сайт. Ссылочка, видите, я показываю мышкой, двигается. Вот, значит, наш канал Telegram. Вот наш форум. Видите, подводим туда и выскакивает. Это наша группа ВК и Инстаграм. Ну, в Инстаграме, мне кажется, ловить нехер побольше. Я не знаю, зачем он там висит. ВК вроде тоже все понятно. Форум. Вот форум и Телеграм, я думаю, вам может быть очень интересно. А чем интересно? Например, нажимаем Телеграм. И заходим на канал. Так, интересно, пусть сейчас. Да, вот. И вот наш канал. Ну, здесь стоят отклонения, сделал уже небольшие не по теме. И вот, видите, народ общается на всякие интересные темы. Это по Телеграму. А также наш форум.
заходим на форум, и что мы видим? А мы сразу попадаем на ссылку на продажу всяких вот полезностей, проверенных спекулятивных. О, кстати, спрашивали, сколько стоят цены. Давайте-ка по Карпрогу и посмотрим. Вот наш Карпрог, кстати, вот для программирования JTAG, который нужен был. Есть видос один, где я показывал, как им пользоваться. Ну и, само собой, зайдем на Карпрог. Ну вот, я говорю, почему говорили, что устарела версия. Вон и 8.1, и 10.3 у него есть, и 10.5. Разные версии, пожалуйста. И стоит не 10 тысяч, а получается 3 тысячи российских рублей. Ну вот, как видите, то есть значительно дешевле. А по Канхакеру тоже сделаю видео, у меня есть. По Танго сделаем тоже видео. Вы выбирайте, голосование для этого, в общем-то, и предназначено, чтобы вам выбирать это все. Вот, вернемся назад. Ну и, понятное дело, на форуме не только это есть, а еще много чего интересного. Заходим на форум. Открывайся давай. Ну сейчас у нас интернет тут работает, стрим. Оно из-за этого немножко подтормаживает. Вот, разные темы. Разные темы, разные группы. Обсуждение оборудования разного, обсуждение и так далее, и тому подобное. Так что, в общем-то, заходите. Я думаю, интересно, что-то найдете. Вот, запомните, для вас главные две ссылки. Это Telegram и форум. Сайт, ну, можете зайти, давайте покажу. Тоже может быть интересно кому-то. Вот наш сайтик, телефон, наши контакты. Здесь наши партнеры указаны все. Кто в каком городе есть. Ну, и остальное, в общем-то, всякая хрень. Да, на сайте очень полезная тема есть. Одна я вам сразу скажу, может, кому-то поможет. Если проблемы немножко с русским языком, нажимаете хлоп, выбираете, какой хотите язык. Видите, вот закладочка такая чудная сразу появляется. Ну, любой язык, просто выбираете любой язык, не знаю, там, вьетнамский, например. Хлоп, и весь сайт становится на любом, ну вот гавайский язык, пожалуйста. Весь сайт становится на гавайском языке. Так что я думаю, эта закладка очень многим может быть интересна. Я по-гавайски ни хрена не понимаю, откровенно говоря. Ну вот русский язык. И все на русском. Пожалуйста, читайте на своем языке, который вам больше нравится и больше приятен. Вот такая вот тема. Вот, поэтому сообщество главное для вас должна быть эта закладка. И вот эти две. О, это тут у нас телеграмма работает. Видите, спрячься, программа. Так, телеграмма, брысь отсюда. Вот такая вот тема. Ну что ж, будем, пожалуй, наверное, заканчивать наш стрим. Вот, телеграм проснулся, начал булькаться. Так, сейчас посмотрим, кто что спрашивал. Так, да, в принципе, наверное, по Канхакеру, да, я говорил, сделаем обзор еще дополнительный. Ставьте лайки, нажимайте. Также вот вижу там, вот там вот слева снизу доллар такой нарисован. Можете донатов задвинуть, если не жалко. Вот, буду очень сильно благодарен. Еще больше интересных тем подымать. Также можете на телефон класть. Телефон вот указан слева здесь, да. Это МТС Беларусь. Вот, можете на него тоже положить денег. Само собой, видя благодарность за эти стримы, я чего-нибудь еще интересного, в общем-то, покажу. Xprog не лучше, нет, он слабее, но в Xprog тоже есть свои, в общем-то, пользы. Поэтому будем, наверное, стрим наш завершать, уже час прошел. Подписывайтесь на наш канал. О, спасибо, Вадим, спасибо. Так, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Вот так вот, много лайков. Вот, также делайте репосты наших видосов, чтобы другие люди увидели их тоже. На соцсети выкладывайте, на... Короче, выкладывайте везде наши видосы, ссылки на них. Вот, так, не сказал, что взять лучше для сброса защиты компонентов. До этого мы дойдем еще. Это будут еще, Владимир, отдельные темы. Вот, как я уже сказал, так, не по теме, так что по возможности. Дойдем. Ну, блин, я уже закрывать начал. Давайте на следующем стриме об этом поговорим.
Вот про Симтека, про этого. Вот, как я уже сказал, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делайте репост этого видоса, донатики вот сюда кладите, на этот телефончик, а также вот туда вот значок доллар, на Яндекс кошелек, он почти под каждым видео есть. Ну, в общем-то и все. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Блин, ну выскакивала куча всего. Остановитесь.